Всем привет, доброго дня. Вот такая машинка заехала в гости. Здесь у нее дефект на двери. Вот в этом месте под ребром надо выправить. Но речь пойдет не об этом, а я сниму, как разбирается эта дверка, где там усилители находятся, где какие интересные моменты. Я это продолжаю серию по разборке. Кому-то будет это полезно. Вот один саморез у нас. Вот он второй. Откручиваем. Два саморезика всего лишь на двери. Больше нигде по низу там ничего нету. Саморезы абсолютно одинаковые. Так что если перепутать, ничего страшного нет. Но вот этот обрезанный стоял внизу двери. Вот этот в районе зеркала. Поскольку здесь никакого самореза мы не наблюдаем, берем вот такой наборчик, плавно поддеваем, и она у нас, эта панель, на защелках отходит. Вот что мы здесь видим: защелка раз, защелка два, защелка 3, 4 и 5. Это направляющая. Вот, все легко и просто. Вот так вот она снимается. Поддеваем вот в этом месте. Самое удобное. Дальше мы видим болтик раз, болтик 2. Ну, походу, вот этот потеряли. Это двоюродный. Потому что родные, скорее всего, что вот такие. Следующий момент. Вот здесь у нас стоит декоративная такая панелька пластиковая. Потихонечку снимаем ее в эту сторону, поскольку она у нас вот аж куда заходит. Вот так она выглядит. Здесь вот такие вот два замочка, защелки, которые входят вот сюда, вот в такие пластиковые ответочки. Еще раз повторюсь, да, и она заходит вот сюда под панельку, вот так. Как мы видим, вот эта часть натертая находится под панелью. Следующий момент: вот эти два болтика на 10 откручиваем и достаем их оттуда. Теперь нам ничего не мешает, можно снимать саму панель. Вот здесь в нижней части есть вот такой как бы заход. Аккуратно поддеваем его, и все у нас снимается само. Да, я еще не снял. Вот то же самое. Вот они, защелочки у нас. И направляющая. И все, панель уже у нас дышит. Мы ее берем, снимаем. Здесь у нас остается электроразъем стеклоподъемника. Его вынимаем, и в принципе уже все доступно. Электроразъемчик стоит у нас вот так. Вот так стоит электроразъем. Нажимаем на вот эту черную кнопочку, и он у нас вот так выходит. Все, панельку мы сняли. Что дальше? Дальше вот два болтика, тоже по идее десяточки. И разбираем, вот как раз зона ремонта наша находится вот под этим пенопластом, можно сказать. И снимаем, вынимаем и разбираем дверку дальше.
Следующий момент у нас, вот он, ограничитель открывания дверей, электроразъем, ну и 4 гаечки, на которых держится сама дверь. Вот, собственно, и вся разборка. Откручиваем вот эти два болтика. И можно вынимать пенопласт. Пластик держится на вот таких клипсах. Чуть натягиваем, сдавливаем вот эти усики, и все выходит. Ограничитель открывания дверей тоже на 10 у нас. Электроразъем находится там внутри. Вот, вот так он выглядит. Разбирается вот в верхней части кнопочка находится. Нажимаем ее вниз. И электроразъем расходится. Чтобы открутить гаечки на петлях дверей, здесь мы берем головочку на 12 или ключик накидной.